Привет, мои дорогие. Неудобно взять. Ладно, потом с вами поздороваюсь. Сегодня у нас 19 марта 2020 года. Не знаю, какой день недели. Может быть, четверг. Может быть, среда. В общем, счастливые времени не замечают. Привет, страна! А, какая красота! У нас сегодня на улице солнышко. Сейчас вот только спряталась за тучи. Ну, вообще солнышко. О, тут солнышко видно. Видите? Я приняла эстафету от Натальи из Ливана. Вот. Не знаю, я у нее спросила. Что-то она не отвечает. Что это вообще за эстафета такая? И о чем я буду? О чем мне можно говорить? И кому мне нужно передавать эстафету? Одному человеку? Или кому хочу многим? В общем, не знаю. Ну, эстафету приняла. У нас ветер. Но чувствуется уже весна, потому что солнышко, потому что все такое. Очень радостно. Красота. И лужи прям весенние. Так, эстафету я передаю Сергею Днепровскому. Серега, эстафета весна к тебе. Летит к тебе в Днепропетровск. Днепропетровск. Мой город. А, это как там поет, не помню. Но я люблю здесь.